лучше Галки выглядит. Вообще можно все снизить. А Галка говорит, что она убогая. Ну вот, вот что значит воспитательная работа. Зашла в кадр с хищником. Позвольте вам представить наше с Борькой Горе Луковое. А ну-ка посмотри мне в глаза. Да ты влюбилась в него. Товарищ Хрущев намерен посетить ваше представление. Костя. Карьеру решил устроить. Смотри, как бы дорого платить не пришлось. Да, спасибо. Ну, прощай, черт ревнивый. Девушка. Девушка. Здравствуйте. Мне нужно два билета. Девушка. На сегодня. Ой. Ближайший рейс. А я вас признала. Вы укротительницу тигров играли? Не играла. Дайте мне, пожалуйста, билет. А куда вам? Подальше куда-нибудь. Ленинград устроит? Да, устроит. Сколько? Спасибо, спасибо. 2 рубля 45 копеек. Здравствуйте. Сдачу возьмите. Мне, пожалуйста. Счастливого пути вам. Да. Вечером, пожалуйста. Как можно позже. Да-да, мне на самом деле. Кость, ну честно, я пытался удержать ее. Ну, Боря, где искать теперь ее? Не знаю. Может, на вокзале. Да. Спасибо, Генка. Бег не забуду. А, шлем возьми. Скажите, здесь девушка должна была билет покупать, симпатичный, у нее волосы такие, не видели? А? Простите, должна была здесь девушка билет покупать буквально недавно. Со светлыми волосами, не видели? Нет, к сожалению, не видела. Мужчина, вы девушку ищете? Да, да, такая да. Блондинка симпатичная, да, в сером. Да, 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 да. Вы знаете, она в Ленинград уехала 5-часовым автобусом. Спасибо.
Дорогушенька, шли бы вы домой, ну? Седьмые сутки тут, шутка ли? Не, я посижу. Кстати, вам письмо. Судя по штемплю, месяц вас ищет из Риги. От мамы, наверное. В следующий раз вам что-нибудь занести? А вы уже принесли комбинацию соседки 60-го размера. Другой не было. Борис Афанасьевич. Ау. Ничего себе. И что делать? Мне надо уехать на 2 дня. Так. Надо сиделку предупредить, чтобы глаз с него не сводил, пока меня не будет. Сейчас сделаем. Угу. Держись, друже. Костенька, родной, продержись тут без меня. Я очень быстро. Я помогу! Вот без руки. А, у них там в Риге ни маргарина, ни гречки, ни риса. Мыло хорошее вообще днем с огнем. Маргарита, вы уверены, что вам сейчас нужно ехать? А вдруг получится? Я быстро. Борис Афанасьевич, он же встанет. Да встанет, конечно встанет. Время только нужно. После такой контузии на фронте никак нельзя было головой об дорогу. Ну, что поделаешь? Ты, я виновата. Он всегда был безбашенный. Был? Ваша правда есть. Ну, ничего. До свадьбы заживет. Так, все? Так. Закрываю. Я сама. Да ничего. Да ладно. Он капризничает просто. Ух, тяжелый. Нормально. Ну все. Вы навещайте его почаще, ладно? Мими, сокровища ты наши. Береги их обоих. Таких больше не делают. Возвращайтесь скорее. Вот останется таким, как ты. Не дай бог. А он у вас нормальный? Нормальный. Нормальный. Что там еще? Да все то же. Разве можно так бездомно к себе относиться? На его травмированную голову воробей сеет, подпрыгнет, уже беда будет. А он башкой об асфальт. Он работать сможет? Ну, вернуть мы его вернем. Но должно чудо произойти, чтобы он вернулся таким, каким был. Работа у вас трудная. Да мы в курсе. Зараза, Кенга. Со своим мотоциклом. Убил бы. Смотришь? Вот. Значит, похоронили мы нашу Лайму на старом кладбище, рядом с ее мамой. Там красиво. Птиц много, деревьев, цветов. И для меня место есть.
Да. Но как же так? Она мне месяц назад письмо прислала. Про вас писала. Да. Про приемыш, про болезнь ни слова. Ну как так? Ну как так? Вот так. Вот так. Рак, сволочь, сожрал мою ласточку. Мышку мою. Вот. Ой. Вот оно. Вот ты какой приемыш. Ой. Да-да, это он. Хорош. Это ну, он. Здравствуй. Ой, ты фыркнул-то какой. Дрессировщицу почувствовал. Здравствуй, дорогой, здравствуй. Да. Я сторожем теперь в зоопарке. Мать его умерла при родах. Мы его себе взяли. Думали, подрастет, мы обратно его в зоопарк отдадим. Но потом жалко стало, он такой домашний. О, ты мой. И Лаймочка не хотела тоже его обратно в клетку сажать. И мы думали, вам с Костей его потом отдать. И Лаймочка все смеялась. Мол, сыночка своего вам подкинем. Вам с Костей. Видишь, какой замечательный. Такой парень чудесный. О, правда славный, да? Славный. Очень славный. Хороший. Хороший. Да, хороший. Привыкай к своей новой маме. Вперед, вперед, вперед. Молодец, садись, садись, садись. Иди ко мне. Вот Лайма. Упокой, Господи. Не трогай, не трогай маму, не трогай. Ну-ка, тигр, не бойся. Ты этого нам не оставишь за берегу? Не оставь. Мам, ну он же ручной. Ты боюсь, я. Слушай, ну какие люди, а? Сволочи. Мой. А что это? Проводница твоя вообще? Нельзя. Тренер сволочей. Нельзя. Не могла его нельзя с тобой пустить? Ну, не могла она его пустить. На него и билеты, документы нужны. Да где же билет-то? Билет дорогой. Тихо, я думаю. Ишь ты, подишь ты, Чапай думает. Ну что, Димка, опять на Москву? На нее, красавица. Сегодня в ночь. Да. Вон, мануфактуру везу. А я на Киев. Салом на обратном пути весь кунг набью. Ну, Чапай, не Чапай, а глядишь, придумала. На-ка, подержи. Давай. Мужики мне редко отказывали. Ай. О, Господи, помоги. Ай. Да. Ребят, а кто в Москву едет? Он. Я. Будьте добры. Ну, помогите, пожалуйста. С тигренком никто не берет. Вон он там. Ну, никто, ни в поезд, никуда. Помогите. А, пожалуйста. Садись, красавица. Вдвоем веселее. Спасибо. Здрасте. Дайте, пожалуйста. Слышь, циркачка, приехали. Ох, какой. Москва. Москва. Ой. Ой, зубастик ты, как ты там, как, а? Дальше тебе куда? Больницу. Сейчас, сейчас адрес там. Сиди, сиди, мой хороший. Знаю. Чудная ты. А пропустят? Пропустят, уговорю. У меня другого выхода нет. Ну, поехали. Ты мой золотой. Сейчас с папой будем знакомиться. Да, да, да. Ну, пожалуйста, ну, ну одну минуту, он на минуту. Он в сознание не приходит. У него гематома с кулак в височной части. У него... У меня есть идея. Только это ему может помочь, поверьте. У вас мозги есть? Так точно, предъявить. Ну, на секунду, нет, ну, на секунду же, ну. Мне ваш цирк уже вот где сидит.
Тут недавно один с обезьяной прорывался. Теперь это с тигром. У вас там все чокнутые. Здесь больница, а не сумасшедший дом. Я понимаю. Я не позволю своих пациентов пугать макаками. Прошу прощения, но Мими — это не макака, а наш шимпанзе. Да какая Анатолий разница? Сергеевич, неотложный вопрос. Что такое? Быстрее. Что такое? Что вы делаете? Да. Что вы позволяете? А ну откройте! Откройте немедленно! Я милицию вызову! Ты откуда, малый? Кость! Костя? А вы кто? Елизавета Никитична. Он никого не узнает. Он ничего не помнит. Где ребра была от души полная. А мне еще хуже. Я не знаю, что делать. Отставить рыдать. Ну, такая боевая девка была. И на тебе. Ну, что это такое, Маргарита? Погибает человек. Не погибнет. Не погибнет, спасем. Алло? Наум Абрамович? Какое счастье, что я вас застала. Да, я. Нет, со мной все в порядке. Пока. Наум Абрамович, миленький, тут такое дело. У моих очень близких людей, которым я обязана своей... В общем, всем я им обязана, большие неприятности по вашей психической части. Очень срочно. Да, пишу. Угу. Во сколько? Есть. Спасибо большое. Будем. Угу. Ну вот. Ну, поехали? Да. Хорошо, что вас наши дамы не слышали. Прекрасно. Так, я сейчас выпишу препараты, а потом, если не возражаете, мы с вами останемся и поговорим. Не возражаете? Конечно. Ну, мы тогда с Костей пойдем, воздухом подышим. Правильно, Елизавета. В твоем положении воздух нужно ложками есть. Ну, это понятно. Идем. А, белок кормить? Угу. Ну, можно и белок покормить. Ну, ты как себя чувствуешь? Ой. А настроение? Хорошее. Да, похоже, мне пора к вам записываться. Нет. Ну что, безнадежное дело? Нет, не безнадежное. Но сложное. Давайте я объясню вам на примере, ну, чтобы не мучить вас терминами. Условимся, что это здоровый мозг. А вот это травма в результате контузии. Как видите, оставшаяся часть мозга вполне себе ничего. И она берет на себя функции поврежденной части. Такое свойство мозга называют пластичностью. Ну, идем дальше. Вот это война. А это работа на износ. А это последняя травма. Но так же здорового мозга не останется. После всех этих негативных воздействий нужно дольше ждать, пока... оставшаяся часть мозга наконец опомнится и начнет опять нормально функционировать. И как долго ждать? Ну, годик. Может, больше.
Если, конечно, чудо не произойдет. Привет. Здорово. Я тут убрал немного. Обезьянка много мусорит. Кость, это ты нарисовал? Да. А что? Они такие красивые, грациозные. Как ты, Маргарита? Кость, Кость, пойдем в парке погуляем. Там тир есть. Кость. Кость. Хорошо. Пошли. Правильно. Сходи, Костя, сходи. А я пока ужин сделаю. А то Маргоша все время у плиты несправедливо как-то. Ты куда? Так я сам. Да ладно, ладно. Ой, боженьки. С ума сойти. Художником стал. Невероятно. Мими. 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 Что ты там делаешь? Читать учишься? Das ist Berliner Lieblingsstraße. На 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 на. А ты забавная. Да где же эти белки? Пойдем, Кость, пойдем. Ой, Питю! Сколько лет, сколько зим, дорогой! Той самой женщины опять, да? Пришел опять призы забрать, да? Пипо, ай, мой, мой! Ты стреляешь. А ты умеешь? Ты умеешь, умел. Вот ты мне рассказываешь про мое прошлое, а я ничего не помню. Я стараюсь, я очень хочу вернуться, но ничего, ничего. Доверься мне, ты все вспомнишь. Просто нужно время. Немножечко, капельку. Чуть-чуть. Не помню. Рано домой! Домой! Ахилл, домой! 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 Молодец! Молодец, мой мальчик! Молодец! 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 Ну что, мальчики, все на сегодня? Да? Борис Афанасьевич, зовите Зинку! Марго, ну зачем вы Зинаиду зовете, если она не в духе опять? Нормально, нормально! Чего она себе выходные каждую неделю устраивает? Ну-ка, Зинуль, а ну иди ко мне! А ну, чего так не весело? Чего так в развалочку-то идем? А ну, живей, 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 живей! Ну-ка, живо, живо, иди ко мне! Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Ладно, хорошо. Будь осторожна, я мигом. Зинка, Зинулька, Зинулька, ап! Да, мой хороший? Зинуля, Зинулечка, молодец, молодец, Зина,
Молодец. Молодец. Хороший. Кость, вкусно тебе? Мед гречишный. Прелесть. Очень вкусно, спасибо. Зина, вкусно тебе? Тебе тоже вкусно. Молодец. Маргарита, а я это любил? Ну, смотря что, газет терпеть не мог. А мед гречишный с удовольствием, и казинаки тоже. За милую душу. Зинка, Зинулька, Зинулька, ап! Тихо, Зинаида Пистоновна, смотри, что папа принес. Маргошка, отходи. Бонь, ну ты что, оставил Маргошку одну с этой истерички? Ну, первый день, что ли, на манеже. Теперь с тобой, красавица, поговорим. Сколько раз было сказано, если Зинка не в духе, быть с ней осторожнее. Ну, Костя. Чего, Костя? Костенька, ну, серьезно. Ребят, надо осторожнее быть. Что? Кость, ты чего? С возвращением. С ума сошли, что ли? Рад познакомиться. Лариса, это... С ума сошли, что ли? Это же медведь, а не белка. С меня бочка меда. Это был большой риск. Я старый дурак. Раньше мог догадаться. Когда вы еще Кости казинаки на меду скармливали. И Зинкой отдельно репетировали. Борис Иванович. Что? Получилось же. Получилось. А если бы? Нет. Вы удивительное существо, Маргарита. Ничего удивительного. А мне нет. Ты мне... Будет толк. Будет. Ну так чего? Какую машину-то брать? Я еще не решил. Ой, Денис, какая машина, Гость? Ты меня с ума сведешь. Позвольте пригласить вас на танец. Моя дочь командирша. Умереть не встать. На. Жены они такие. Ты что, мы еще не жены? Ну так а чего тянешь? Ты смотри, девка хоть куда. Ну, уведут. Прекрати. Маргошка, вина? Да. Бой! Ау. Ну отвлекись. Да, давай. А тут трезвенькие без нас уже пьют. Будем. За тебя. Танцевать охота. Да. А где шляпа? Мими! Отзади! Лови! Лови! Мими, отдай! Ладно, будь, пусть поиграет. Я тебя! Прошу прощения. Любимая песня жены вам тоже понравится. Ну что, красноармеец Туркин? Давай, давай! Любимый. Боря, ну, сегодня Маргарита все приготовила. И нам. Хочется ее поговорить. Кто же сюда патефон-то поставил? Ну, Лиза! Ой. Лиз. Товарищи. Тихо. Прошу прощения.
Что? О, тост! Лиз, ты чего? Но мне кажется, что я рожаю Миша! Я рожаю! Ты с ума сошел! Лиз, Лизонька! Садись, Лиза! Ой, мама! Слушай, ну если у Лиски родится сын, назовем его Патефон. А если дочь? Пластинка. Управы на вас нет! Сейчас милицию вызову! Ладно, ребят, все, тихо. Давайте расходимся. Спасибо всем. Спасибо, что зашли. Все, счастливо. Спасибо всем. Пока. Пока, ребята. Пока. Вот кому, Костя, надо сказать спасибо. Не надо. Ой, такси. Такси! Пойдем. О, пока. До свидания. Пока. Я боюсь. Чего, дурочка? Что я опять с ума сойду? Так я уже сошел. Ты же меня свела. Нет, я боюсь. Если с тобой что-нибудь случится, я не переживу. Я люблю тебя. Маргушка моя. Мартышка моя любимая. Я никого никогда не любил так. Я тоже тебя люблю. Люблю. Я боюсь. Чего, глупенькая? Неужели я тебя обижу? Ты что? Ну, хочешь, давай подождем. А что, у нас до старости много времени. Ах ты, гад какой! Ух ты! Ух ты, ёшкин кот! Малявка ты такая, а? Чтоб знал, кто в доме хозяин. Ну, сильно. Когда научилась так кошку воспитывать?
Давно. Эдра еще научил. Да. Что-то горит. Да, давно. Вечность. Сейчас соседи пожарных вызовут. Эй, циркачи, вы нам весь дом спалите. Лариса Карповна, простите, все, все, снимаю. Маму надо слушать. Давай. Подожди, а как вы звать? Ты что, опять все забывать начал? А у него нет имени до сих пор. Слушай, а вот этот звук тебе ничего не напоминает? Вот сейчас, вот. Нет, а что, должен? А ты тоже так делаешь всегда. Как? Так вот, прш. Что ты выдумываешь? Ну, серьезно. Когда это где? Ну, ты к тиграм подходишь и всегда им так. Да? Вот так вот, да. Ну-ка еще раз покажи. Значит, будь тебе, брат, Поршем, раз мама так хочет. Солнышко. Слушай, когда я так делал? Ну, да. Эй. Пурш. Ну, какой Пурш, я пошутил. Смотри, Пурш, Пурш, смотри. Пурш. Ну, Пурш. Все. Думаю, Пурш. Эх, Маргошка, вот тебя бы в звезды экрана, а? Ну, наконец-то дошло. А наши где? А, вот они. А, точно, вон наши. Точно. А? Ой, смотри, это же актриса. Живая. Ведь не она. Я дублировала. Ну, ты же понимаешь. Ну, да. Вот, настоящая, советская актриса. Что? Постойте, выслушайте меня. Возможно, это мой последний шанс. Через 3 часа я ухожу в рейс. Выходите за меня замуж. Извини, морячок. Замужем она. Уже замужем. Пойдемте. Товарищи, прошу вас. Пойдемте, пойдемте. Товарищи. Пойдем, пойдем. Всем в зал, прошу вас. Смотрите сами. Партийные узнают. Будут у вас большие неприятности. Ничего, мы привыкшие к неприятностям. Спасибо вам, что согласились взяться за это дело. А сами покреститься нет? Как-нибудь в другой раз. О,
Красота какая. Ах, ну и судьба у вас, мои хорошие. Ну что, святой отец, начнем наш таинственный ритуал. Кость, батюшка, простите, ради бога, он у нас... Контуженный, контуженный. Пройдемте к алтарю, мадам Константиновская. Фамилию оставлю свою. Имеешь ли, Константин, благое намерение взять в жены сию Маргариту? Да. А ты, Маргарита, имеешь ли благое намерение взять в мужья сего Константина? Beautiful цирк, beautiful woman, прекрасная дрессировщица Назарова. Домой! 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 Костя, скажи, что так нельзя рисковать? А, вот пойди сам и скажи, я не самоубийца. Молодец, молодец, молодец. Товарищ Хрущев принимает иностранного гостя и просит вас пройти к нему в ложу. И да? Вас... Ну, хорошо. Да? Да. А. Ну ты найду-то не налегай. Скажи ему лучше, что сейчас к нам придет настоящая советская женщина. Такая, что коня на скаку остановит. В горящую избу войдет. What fire? Да? Он пожаров боится. С чего это? Oh, it was happening in my village. Fire broke out in my house. Вперед. Добрый вечер. Ничего себе. Приветствуем вас. Вот так сюрприз. А кто ж это таков? Пурш, совершенно ручной пурш. Познакомься, представься, Никите Сергеевичу Хрущеву. Я это... Ну, я не знаю. Ну, артист. Просто слов нет. Ну, это, что ж, присоединяйтесь. Вот, вот, видал? Понимаешь? Видал? Какие у нас женщины! Даже звери дикие, и то боятся их. Стихи про таких сочинять нужно, кино снимать. А что, Лизавета, действительно, поискала бы ты этот, как его... Сценарий. О-о, сценарий. Действительно. А что, будем кино снимать и вам привезем, показывать будем, так сказать, образец нашего советского кинематографа. Окей, что? Я предлагаю выпить за мою жену. А кто у нас жена? Ну? Ну так... Мистер Константиновский.
Ну, конечно. За Маргариту Назарову, красавицу, умницу, принцессу, нет, королеву цирка. Ура! Лежи, Пашка, умный, хороший, молодец. Ну и что это? Опять кого-то дублировать? Ну так вот. Никогда. Никогда больше. Назарова не будет никого дублировать. Понятно? Помолчи-ка. Костя, ты кого ко мне привел? А не слишком ли рано ты зазналась? Ишь какая. Не хочу, не буду. Тебя кто спрашивать будет? Хочешь ты или нет? Ну вот тогда сами. Под деревьями лазайте. Марго! Маргошка! Фу. Да. Нет, материал очень интересный. Трюки сложные. Ребята, ребята, вы справитесь. Ну, я же давно в ваш с Костей талант верю. Мужики, ну это же спасение. Хрущев ею увлекся всерьез. Давай. А здесь, пожалуйста, специально как для вас. Экспедиция надолго, в Сибирь. Его попустят. Костя. Ну, хорошо, я уговорю. Выбирай только, пожалуйста, аргументы посерьезнее и понадежнее. Все будет нормально. Мотайте отсюда. Надоели вы мне все. Одна не хочет. Эти не могут. Ну, мне ребенка кормить пора. Мотайте, а? А, извини, пожалуйста. Спасибо. Маргушка. Но ты пока не звезда. Но тебе до этого еще пахать и пахать. Ну, что с того, что тебя знают сотни любителей цирка? Ну, ничего. Сотни тысяч. Маргуш, кино – это миллионы. Милая, ну, ты не готова еще, чтобы тебя узнавали на улицах, чтобы бросались под колеса твоего автомобиля. Вот что-то не заметила, что у меня автомобиль есть, он на трамвае еще. Ну, ты дура, что ли? Или делаешь вид? Понимаешь, что Хрущев не отцепится? Он тебя затащит в постель, я его убью и сяду. Нам это надо?
Остановите автобус! После такой контузии на фронте никак нельзя было головой об дорогу. Костя, Костя. Имеешь ли, Константин, благое намерение взять в жены сию Маргариту? Да. А что, Лизавета, поискала бы ты... Сценарий? О-о! Сценарий! Будем кино снимать! Ну? Пуршик! Пуршик! Давай, 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 давай. Мало... Стоп! Стоп! Это никуда не годится. Да и кадр разваливается. Я делала то, что он мне сказал. Нет, 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 вы не виноваты, у вас все хорошо. Сколько пленки угробили, с ума можно сойти. Это не тигр, это кошка какая-то. Вася, а ты с этой кошкой не хочешь в прятки сыграть? Не хочешь, нет? А чего ж так? Только с тобой, Виталик, только с тобой. Эх, свет ушел, пора собираться. Столько пленки угробили, опять ничего не сняли. На сегодня все. Всем спасибо. Кость! Кость! Слезать? Вот, давай быстрее. Вот так вот. Вот это сюда. Вот так вот. Какой же ты у меня талантливый, Костя. Видишь, зато теперь все понятно. Кто куда бежит, откуда снимать. Ай! Ты чего? Еще раз увижу, как сгремешь и кокетничаешь. Оторву. Ей башку тебя сам знаешь, что. Костя. Кость, а сколько нам еще тут торчать? Я думаю, столько же, если не больше. Ну. Значит, наш первенец родится в тайге. А Зинка будет акушерить по старой дружбе. Вы, по-моему, уже килограмм съели. Вас не стошнит от такого количества? Они такие кисленькие, вкусные. Ну так вот, метод этот называется метод выработки поведения путем подкрепления. Никогда не запомню. Ну, не в названии суть, а в самом методе. Была такая история. Мои цирковые друзья мучились с конем третью неделю. Ну никак он не хотел сесть в поклон на один сустав. В цирке этот трюк называется анжу. Что только с ним не делали, и лупили его, и уговаривали, и на кортах тянули ни в какую. Я попросил у них коня на один день. Ночью нарисовал большой красный круг на бумаге и приклеил на стену, на уровне сустава стоящего коня. Утром стали просто прогуливаться с ним. И периодически подвожу его к стенке. И вдруг он совершенно случайно суставом касается круга. Я даю ему сахар. Снова гуляем. Снова тихонечко-тихонечко я его к стеночке. И он снова... Пока что случайно касается суставом круга. Поощряю. И когда конь понял, что получает сахар, когда выполняет трюк, то стал делать это уже намеренно. Ну, а дальше дело техники. А потом вы, видимо, опустили круг на пол? Да. И конь встал в поклон? Совершенно верно. Это какое терпение надо иметь. Но зато это единственный железный способ воспитать, а не дрессировать животное. И сделать его послушным по его... Услышьте меня, Маргарита, по его воле.
Ну, теории хватит. Кость! Хватит дрыхнуть! Поднимай пуша! Ну что, Пуш? Что, пойдем поработаем? Ну, молодец, мой хороший. Костя, идешь? Идем! Потерпи, дорогая. Кость, не мельтеши. Да где же он? Ну, все, все, Маргоша. Сейчас доктор придет. Сейчас придет. Сейчас придет. Тихо, тихо. Все тихо, тихо. Тихо, тихо. Ну? Доктор! Кто звал? Ты уже пьян! Тихо, тихо, тихо. Имеем право. Подожди. Большой церковный праздник сегодня. Вы хоть роды сможете принять? Смогем. Мы тут все могем. И роды принять. И ногу отнять, и башку пришить. Кость! Все, все, все. Костя! Давай, быстро, быстро! Кость! Маргоша, Маргоша, Маргоша! Мама! Быстро давай! Подожди. Маргоша, Маргоша, тихо, тихо. Ой. Сейчас, сейчас, сейчас. Костька. Родной мой, нужно собраться, слышишь? Надо закончить работу. Все. Осталось доснять его трюки. Думаете, сможет? Может. Хорошо, хоть фельдшер, который роды принимал, выжил. А то бы еще в тюрьму угодил. Я сказал, перерыв! Ну, прости, Кость. Ну, прости.
но не уберегла. Ну, прости меня. Ну, прости. Ну, пожалуйста. Фельдшер не виноват, он уже мертвый был. Я когда еду, напишу тебе. Ну, хватит. Никуда ты не поедешь. Поеду. Мне одной надо побыть. Я к маме поеду. Я так и знала, что случится что-то страшное. Не может быть так хорошо, как в сказке. Это мне наказание за мою гордыню. Прекрати. Что-то как кликуша какая-то. Ладно, я к тебе потом приеду. Не надо ко мне приезжать. Ты за Пуршем последи. Он прихрамывать стал на заднюю левую. Угостите папироской. Это с фронта как привязалась эта зараза. Прости, Господи, так не отвяжешься никак. Ну, как она? Уехала. Ну, это большое горе для матери. Пережить свое дитя. У нас в деревне, откуда я родом, младенцы умирали очень часто. А их шесть братьев не дожили до года. А нас, сестру, Господь миловал. Время нужно. Время. Нужно верить. Верить и любить. По вере вашей, да будет вам. Помоги вам, Господи. Кушай, кушай, никого не слушай. Ты тоже давай хлеб наворачивай. Сама давай наворачивай. Не забудочка. Маргошка. А что ж ты без телеграммы-то? Мама. Доченька, что случилось, а? Доченька, ты бы это, платьице б надела. Зачем? Ну, к завтраку. Но вам надо, вы и наряжайте. Ну, чего ж ты закурила? Не забудочка.
Ну, как тут не закуришь? Опять картошка с луком, да? Каждый день одно и то же. А ты сама себе готовь. А то только истерики закатывает мастерица. Мне не надо тут курить. Иди давай в сад со своими вонючками. Верочка. Ну, понятно, что. В сад так в сад. Ну, нельзя же так. А как, мам? Ну как? Третий месяц ходит, как тень отца Гамлета. Горе у нее. Мам, надо иметь мужество преодолеть это горе. И не портить жизнь ни себе, ни нам, ни Косте. Такие дела, Витас Марисович. Ушла я от Кости. Нет нам с ним счастья. И артистка из меня тоже та еще. Никакого кино, пшик один. Все это. Ой. Ой. Вот что я тебе скажу, Назарова. Ты мне тут цирк не устраивай. А то взяла моду. Это что такое ты себе позволяешь? Ушла она. От кого ты ушла? От мужа? Эх, знаешь, я бы сейчас все бы отдал, чтобы мы ехали с моей Лаймой опять на рынок. Я, как обычно, все бы перепутал, список ее потерял, овощи передавил, как бы она ругалась. А еще пролил бы что-нибудь ей на платье, как бы она меня по голове треснула, огрела бы. А потом разобиделась, как девчонка, совсем разобиделась. Я бы еще потом ее больше злил, да подначивал, чтобы подольше послушать, как она меня ругает. Еще послушать, наглядеться, чтобы все бы сейчас отдал за это. Всю оставшуюся жизнь. Правда? Мишаня, что это значит. И пропади она пропадом. Хватит, Костя. Да. Пошли отсюда, они уже закрываются. Пойдем. Опять за старое? Ну, ничего. Твоя-то придет, она тебе перцу задаст. Я ее помню. Боевая. Женщина! Иди, не доводи до греха. Никто за мной не придет. Никому я не нужен. И мне никто не нужен. Никто не нужен. Дай мне мишень. Ну, дай сюда. Хватит, Кость. Ну.
Костя, пойдем домой быстренько. Ну ты посмотри, на кого ты похож уже. Лизка, будто умная баба, скажи мне, как мне ее вернуть, а? Погибаю я без нее. Есть одно волшебное средство. Лучше водки точно. Но оно только на трезвую голову идет. В министерстве в 12. Угу. Иди и пригласи ее танцевать, сказал кок. Тай-тай-ра-та-та-тай. Учитывая то, что в ресторане не было оркестра, это был действительно полезный и тонкий совет. Дай мне воды глотнуть, моряк. Ой, не могу. Где ты его взяла? Я сам взялся. Пришел. С рейса. Ой, стоп, подожди, дай мне это сырое дружище, еще. Погоди, дружище, погоди. Дружище, в самый раз отдайте, прошу. Мне твои рассказы как бальзам на больные раны. Кость, погоди. У товарища Жеребицкого такое есть? Виталий, я прошу вас, прочтите «Полосатый рейс». У товарища Константиновского жена актриса? Я уверена, что этот рассказ точно просится на экран. «Полосатый рейс»? Это что-то. И жили они долго и счастливо. Лизавета, где ты это взяла? Это рассказ молодого писателя Виталия Жеребицкого. Моряк. Называется «Полосатый рейс». Хороший парень. Да. Далеко пойдет. Так чего ж ты хочешь с этим рассказом, а? Кино нужно снимать, Никита Сергеевич. Кино. С Назаровой в главной роли. Но хватит ей уже в дублершах ходить. И пора девушку стране показывать. Я слышал, горе у нее. Ребенок умер. Так точно. Ну вот же, вот лекарство. Ох, хитра ты, Лиз, ох, умна. Ну... Давай, строчи под мою подпись приказ на Мосфильм. Пусть готовятся. Ой, а я вас будить собралась. Да, я не ложился. Ой, повезло вашей жене. Такой интересный мужчина. Думаете, повезло? Она вдруг пришла, собралась и уехала. И нам по обыкновению ничего не сказала. Что ж, вы даже вопрос не задали? Ну, да себе дороже. Кошке это дико вопросы задавать. Вещь собрала и уехала. И все. А что теперь делать? Искать. Чуть обратно не увез. Тут вам по мелочи. Подарки всякие, ну. Спасибо. Спасибо. Ты глянь, сколько всего. Да чего дожили, а? Петь, последний кон остался. Давай. Ой, Маргарита. Здравствуйте. А Кости нет, он уехал. Пил как дурной на поминках. Слава богу, хоть не дома, а в пивнушке. Собутыльники на руках приносили каждый день. А иной раз через день, видно, ночевал у какой-нибудь.
Я ему говорю: Костя, ну не гоже так себя вести. А он: ой. Ой, даже повторить стыдно. Ну, это я не сомневаюсь. А куда уехал, не сказал, конечно. Не сказал. А спрашивать себе дороже. Он же дикий. Правда, перед отъездом с неделю ходил трезвый, как стеклышко. А по ночам хохотал. Да так страшно, иной раз до самого утра. Я уж думала психиатричку вызывать. А он взял и уехал. Ну, ты пей, пей. Спасибо вам, Лариса Карповна. Спасибо. Ну, ничего. Раз он уехал, как-нибудь уж, знаешь, без него обойдемся. Ничего еще. Не такое было. И получше видали. Нет, ну это надо, а? Зараза. Вот зараза. Никто меня еще так не бросал. Ну ничего, зачтется ему, зачтется еще. Вот разбросали тут все. Разбросали тряпки какие-то. Бардак-то развели, а? Помойку устроили. Все испоганили. Кошмар. Ой, да? Да, Самсон? Ну ничего, ничего. Сейчас я тебя попою. Что это? Абсолютно предсказуемая реакция. Редкая дура, конечно, но любимая. Как тебе? Что это? Это твоя первая настоящая роль. Что этот белобрысый цвет — это то, что надо. Боже мой, белобрысый цвет. Так вот, да чистый блонд. Вы же похожи на примадонну Карлу Доннер, или нет? Костя, Кость, я должна быть похожа на эту Карлу? Сейчас все будет. Слушай, ну все официантки блондинки. Ну, мы тебя лучшего специалиста вытащили. Радуйся. Спасибо. Я радуюсь. А что ж вы хотите? Дрессировщик должен проявлять норов. Его же дикие звери боятся. Послушайте, ну не с женой же. А вот тут готов таки поспорить, милая барышня. Видите, Карла Доннер всегда чувствовала себя сильной женщиной. У нее был железный характер, большие амбиции. Просто, я бы сказал, генерал в юбке. А вы ее прям знали?
Деточка, мне таки не надо ни с кем знакомиться. Мне надо показать вашу прическу, я таки все про вас буду знать. Таки да. А вот этого не надо. Ну вот так вот, а? Таки шо? Зачем такой волос портить? О, твои улыбаются прям на актрису похожи. Маруш, ну улыбнись нам, ну. Знаешь что, Костя, сам садись, сам завивайся и сам улыбайся. Ну не знаете, так и молчите. Давай, не бузи, не бузи. Вот ведь какая. Звезду из нее делаем, а она капризничает. Да. Вы выглядите не просто хорошо, вы выглядите роскошно. Эх, на открытку бы ее сейчас, да в киоске, а, Костя? Вот это пока рановато. О, хорошая идея. Отлично. А? Ох. А, отлично. Ты таки, пожалуйста, совсем не дорого. Сейчас здесь еще заходим. А? Ладно. А когда сегодня мы новый фильм показывают? В 5, Дмитрий Алексеевич, вас будут встречать у входа. Спасибо. 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 Вы самый лучший парикмахер. Так и я знаю. Заходите и подругу дайте. Спасибо. Зиновий Соломонович. О, здравствуйте. Дмитрий Корнеев. Да? Что за день сегодня? У нас сплошные звезды советского кино. Да ладно. Исключительно. Красота, да? А кто была эта женщина? О, боже мой, это ж таки знаменитая дрессировщица Назарова с мужем, дрессировщиком и каким-то гоем. Они таки сделают из нее артистку. Нет, ну меня убить теперь, что ли, после этого? Как ты раньше могла не сказать? Я забыла. Сейчас вспомнила. Забыла. Она вспомнила. Она забыла, что не умеет плавать, когда приехала на море сниматься в кино про море. Костя, такое ощущение, что ты прям сразу родился и все умел. И плавать, и всех дрессировать. Ой. Значит так. У нас есть 3 дня на обучение. Давай, собирайся. Пойдем на дикий пляж, чтобы, не дай бог, кто не увидел, какая ты профессионалка. Придется тебя и этому учить. С ума сошел? Родная, узнаешь? Я Маргарита Назарова. Обязуюсь слушаться во всем своего мужа Константина Константиновского. Твоя подпись? Моя. Ну, что там дальше написано? Читай. Ибо желает муж мой мне исключительно добра, славы и благоденствия. Костик, надеюсь, ты в здравом уме и помнишь, что мы это писали в шутку. Дорогая, ну какие же шутки, когда имеешь дело с диким существом? Давай, собирайся. Я тогда Пуршика возьму. Пусть дышит морским воздухом. Пуршик тебе не поможет. Давай, вперед. Тиранище. Зараза. Ну что, ты готова уже? Маргоша, давай. Ой-ой-ой, холодная. Не, Маргоша, иди сюда. Для меня холодная. Ну давай, не бойся. Не холодная вода. Ничего я не боюсь. Для меня холодная вода, Кость. Не холодная вода, я тебе говорю, Марго, иди сюда. Я не буду сегодня, Кость. Все. Что значит сегодня? Ты что, с ума сошла? Как ты сниматься будешь? Нормально, а? Я буду. Что сниматься? Нормально, Маргоша. Не буду, Маргоша, Кость, не хорошая буду. Вода. Серьезно, я не готова. Не буду сегодня. Не буду. Не надо меня уговаривать. Для меня холодная. Будь человеком, в конце концов. Тебе хорошо, мне плохо. Не надо на меня так смотреть. Маргош, через 2 дня тебе сниматься. Ты как вообще? Пусть думаешь? Я не буду. Ты понимаешь, ну, давай, не трогай меня. Ну, да? Ну да, надо, я понимаю, Маргош. Ну, перестань, это насилие, в конце концов. Не трогай. Константин меня. Александрович! На костюм! Иду, Симочка!
обалдел, что ли? Ну и долго ты там будешь? Вроде ж учиться собирались. А? Кость. Чего? Обедать где будем? Чего ты молчишь-то, а? Кость. Ну чего? Ну научусь я, ну ладно тебе. Сейчас приду, продолжу. Маргош, это не отпуск у моря, это работа. И тебе пора понять, где тебе плохо работать, не дам. Ладно, сейчас вернусь, продолжу. В воду без меня не лезь только. Я из себя сделаю настоящую звезду. Это вам. Спасибо. Ну, как там мой костюм? Не ты первый из меня звезду делал. Прям я прям настоящий старпом. Семечка, вам говорили, вы волшебница. Да куда там? А вот вы, Константин Александрович, настоящий мужчина. Да? Да. Это верно. Жаль только, не все ценят. Зато некоторые очень даже ценят. Да? Да. Ой. Не помешал? Порядочные люди стучатся перед тем, как зайти. Да. А порядочные костюмерши перед примеркой все-таки гладят костюмы и не путают размеры. Извините. Ну что? Что? Не стыдно? Боль, не поверишь? Нет. Что такого? Маргошка моя жена, я ее люблю, но я ж не обязан. Обязан, Костька, обязан. Когда ты не был женат, я тебе ни слова не говорил. Ну, а женился, мил друг. Будь. Ну, знаешь, это... Ты, может, заделся монахом, я нормальный мужик. Кругом вон полно девчонок молодых. Что из того, что я одну из них... Сделал немного счастливее, но... Ну, правильно. А свою жену намного несчастнее. Ну, ладно, Боря, ну, тоже мне, ну, это слишком. Нормально. Вот вы где. Никакие вы не гаранты, а заинтересованные лица. Ну, и что хорошего, если ваше зверье меня сожрет? Одним меньше будет. Я в кадр не войду. Я не капризничаю, но у меня... Жена, у меня маленький ребенок и... Кость, а давай ты там вместо меня в ванную сядешь? А вы считаете, вы похожи, да? Да, со спины. Борь, мы все со спины друг на друга похожи, особенно в мыле. Жень, мы ведь комедию снимаем, да? Ну? Что, ну, баранки гну. Комедия – это когда забавно и увлекательно. А со спины в этой сцене не будет ни забавно, ни увлекательно. Ну, давайте вообще откажемся от этой сцены! Евгений, да мы же вам объясняем. У нас тигр ручной. Все будет нормально. Ну, выслушайте меня, ну, пойдите мне навстречу. Можно переписать сценарий. Можно же переписать сценарий. Хорошо, что познакомились. Я столько о вас уже знаю. Да что? Да, мы тут рядом снимаем тоже. И как дела? Хорошо. Отличная группа, хорошие ребята. У нас тоже. Я вот думаю, кого, как не морского дьявола, попросить научить меня плавать? Ну, я вообще-то с детства неплохо плаваю. Да? Да. А я вот тигров не боюсь. А воды, признаться,
Очень боюсь. Так пойдем, научу. Я мигом сейчас. Конечно. Пойдем, пойдем. Давай, ничего не бойся. Ну, пошли, если ты не боишься. Пойдем, пойдем. Да-да. Соленый очень. Ну, все нормально. Что происходит, а? Вы что тут устроили? Что такое? Что с тобой? Не кричи, Кость. Ты кто? Я тонула, он меня спас. А? Слышь, спасатель, давай-ка двигай отсюда. Целее будешь. Давай. Приятно было познакомиться. Адьё. Всего мне доброго. Тоже. Давай, вперед. Давай, давай. Это что такое? Спасибо бы человеку сказал, он тебе жену спас. Я еще раз увижу его рядом с тобой, я так спасибо скажу, вовек не забудет. Я что тебе сказал, в воду не лезь, ты куда полезла? Я тебя ждала, угу. Я тебя ждала. Потом пришел Дима, сказал, что он научит меня плавать брасом. Он артист, они тоже тут снимают, ну интересно. Тут я ничего интересного не вижу. Зато я плавать научилась. Еще раз что-нибудь такое будет, ты у меня летать научишься. Давай, покажи. Как ты научилась плавать? Ну, ты с ума сошел. Давай. Хоть я и научилась плавать, почти. Но мне нужен дублер. Ну, что значит моя школа? Научилась соображать-то? Да. Ладно. Будьте дублер. Рыбка моя сумасшедшая. Отлично. Нет, так и мой гонорар 30%. Погоди, рано еще деньги делить. Сначала с киосками договориться надо. Так договаривайтесь, что ж вы стоите? Ах, мерзавцы. А я тебе говорю, нельзя это снимать. Тебя посадят, если тигр бросится на Женьку. Вы ж друзья. Ты представляешь, какой для него это будет удар? Удар? Удар. Если меня эта зверюга сожрет, мне как-то будет все равно. Кого посадят? Насколько посадят? Да ради бога, можно в конце концов эту сцену переписать, а? Но... Я не капризничаю. Я уважаю свою профессию. Я уважаю свою профессию, но у меня жена. У меня маленький ребенок. Я, конечно, могу войти, пожалуйста, я могу войти в клетку, но есть какие-то определенные... Ну вот. Что? Опять переписывать. Ты уже напереписывался. Она его любит. Он не любит, она страдает. Все это сопли. Ну кому это надо? Женя, ты уже 100 раз говорил про жену и маленького ребенка. Зрители вообще не любят кино без этих, как вы изящно выразились, соплей. Правильно. Надо переписать. И вообще, кстати, там есть сцена, где мой герой, ну, в смысле, я... Он кормит тигра. Слушай, Женя, а ты сразу соберись, что надо переписать. Я перепишу. Ага. А давайте вообще заново весь сценарий перепишем. Про то, как мужественные моряки везут большие клетки с маленькими, но очень злыми кроликами. Ты что? Я не капризничаю, не капризничаю. Но там написано, вы почитайте хоть, там написано следующее. Он смотрит в глаза тигру. Сценарий переписывать нельзя. Он утвержден в главкино и потрачены определенные средства. Я с ума сойду. 3 дня не можем решить из-за всяких тут. Вы что имеете в виду? Ребят, ребят, просто надо быть осторожными. Вы что имеете в виду? Нашу лавочку в любой момент могут прикрыть. Сплошной риск. Вот-вот.
Продолжим. Тигр, тигр прыгает. И на голове у него, в смысле у меня, шевелятся волосы. Это какое расстояние должно быть между мной и тигром, чтобы волосы шевелились? Ну, ужас. Ой. Товарищи, товарищи, Костя сказал, что сейчас он приведет сюда тигра и все покажет. Тигра! Сюда! Сюда! Это уже без меня. Все. То есть... Нет, 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 все сами по себе. Товарищи! Я как-то... Все, все, все. Женя, за мной. Тихо, тихо. Вперед, Порш, вперед. Ай, браво, ай, браво. Молодец. Это тигр. Но это артист. Молодец. Покажем с тобой, да, Поршик? Ну что, упрямец-то этот тигр? Убедил тебя Костя? А? Не убедил. Этот зверь играет по своим правилам. В кадр не войду. Хоть режьте, хоть увольняйте. Жень, подожди. А если я между животным и тобой поставлю пуленепробиваемое стекло? Да. Пуленепробиваемое? Да. Ну, нет. Увольняйте. Женя. Женя. Женя, ну... Женя, стой, да говорю. Отстаньте. Стой, говорю. Ну, что вы... Лезет еще. Ну, ты посмотри, а. Тёмника. Обижаешь. О, точно? Поле непробиваемое? Гарантия. Танком не пробьешь. Да? Сидишь по кадру, ни вправо, ни влево, не болтаешься. Все, все, все. Кость, ты чё пришел? Я кино учусь снимать. Жень, ну ты будешь играть сегодня, а? Буду, 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 буду. Буду. Это что ж такое? Откуда? А это Маргошка, собственно, запас выделила. Только пол колпачка, не больше. Поди, французские. Хорошо как. Хоть в пресной горячей водичке помойся, а то соль да соль засолился как тарань. Ну, где тигр-то ваш? Давайте сюда тигра. Женька, видите. Кончай филонить. Намыливайся давай. Женька, Женька, дорогой, ты давай, спой что-нибудь. У тебя есть песня любимая? Ну, попой, попой. Намыливайся. Намыливайся, дорогой. Надо, надо, смачно. Намыливайся давай. Давай. Закрой глаза, лицо-то закрой, ну, вот, молодец. Жень, голову опусти. Спой нам, а, спой песенку. Ну, есть любимая, Женечка? Хорошо. Ну, давай, попробуй. Так. Молодец, дорогой. Прекрасно, прекрасно. Прекрасно. Ой. 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 О. Купаться у нас.
А сколько нам еще тут торчать? Я думаю, особо же. Значит, наш первенец родится в тайне. Маруша! Маруша! Врача! Я так и знала, что случится что-то страшное. Не может быть так хорошо, как в сказке. Погибает без меня. Есть одно волшебное средство. А что это? Твоя первая настоящая роль. Так, аккуратно. Вот, на себя, на себя, на себя. Давай, давай, давай. А ты что стоишь? Помогай давай. Ну, давай, давай, давай. Ну, смотри, или тащит же. Вот, так. Сюда. Понесли, понесли. О, Господи. Давай, 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 давай. Давай. Вот, вот, аккуратно. Принимай. Принимай. Мать моя женщина, это что ж такое тяжелое? Так, это портрет генерального. Осторожнее, не горком партии. Так, ладно, сейчас я разменяю, погодите. Так, здрасте, размените, пожалуйста. Размен не завозили. Что значит не завозили? Вот если вы купили что-нибудь. А при чем здесь купили? Размен должен быть. Это у вас в Москве он должен быть, а тут Одесса. И вам тут никто ничего не должен. Ну что, будем делать покупку? А это кто? Карло Донор. Берите, у вас такого нема. Карло Донор. А почем Карло? По пятачку. По пятачку. А ну-ка, давайте мне 3 штучки. Не, 5. Давайте 5. Давайте, давайте. Так, 5. Ты смотри. Ага. Вот. Так. Значит, держи. Так, держи. Держи. Спасибо. Слушка, давай быстрее в гостиницу, а? Да не вопрос. Карло Донор, ну ты посмотри. Давай, Женюра. Да давай же! Внимание, народ России Советского Союза! Молодец! Я же сказал, я так уже не ем! Да ладно, но! Режим! Женечка, это ты брось, дорогой! Ну ты уж прости нас, но кадр-то великий получился, а? Славка, скажи! Я не знаю, теперь вся страна что же получается увидеть мою голую... Так а что стоящее сняли наконец, а? Ну, не знаю, я не знаю, я не знаю. Женечка, да ваша задница украсит этот фильм. Что, что, Сима? Да жопу уже покажи свою. Ну, давайте, наливать. Да. Вот, это вот это дело. Жир, хочешь, я тебя ночью с тигром в клетке приночу, а? А что, мне не привыкать, у меня жена Маргарита Назарова. А за стеклом было бы лучше. Давай, давай, давай. Ну, и ладно, хорошо. Славка. Так. На, держи. Спасибо. 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 Елизавета Никитична, да я говорю вам, что это она. Ну и что? Слушай, Илья Ефимович, что ты мне голову морочишь среди ночи? Вы меня, конечно, извините, Елизавета Никитична, но возникает вопрос. А есть ли разрешение у Маргариты Назаровой фотографироваться на открытку, пропагандирующую город Одессу? И где договор с Союзпечатью? Подожди, Илья, слушай, ты хочешь сказать, что это мошенничество? Именно. Это же мошенничество с целью получения нетрудового дохода. Стоп, подожди. С этим нужно разобраться. Досконально разобраться, слышишь? В Одессе какая погода? Да нужно. И размена тут в киосках вообще нет. Чего нет? Размена нет. И хамство процветает. Ну, это понятно. Значит, самое время встретиться с гостями из Министерства культуры. Алло? Что вы сказали? Ничего. Погоду, говорю, скажешь мне завтра в Одессе. Угу. Спокойной ночи. А, спокойной ночи. Следопыт.
Значит, подождите, Серафиме. Серафиме. Спасибо, надо, спасибо. Надо, надо. Товарищи. Давай, товарищи. Слады. Давай, глаза. Вот они. Извините за вторжение. Мы тут рядышком снимаем. Решили вот зайти познакомиться. А чего с клумбы-то пришли? Лучше б с водкой. Давайте. Это вам. Спасибо, Дим. Знакомьтесь, Борис Фанасьевич, артист Корней. Очень приятно. Как дела? Да. Хорошо. Ну что-то мы засиделись, да, а? Да. Друзья, ну давайте, хватит спать, харе. Давайте поиграем. Симочка. Да. Симочка. Поиграем. Симочка. Да. Давайте платочек. Платочек прекрасный. Снимайте. Да, вот закончили. У вас, я смотрю, весело. Не то слово. Я вожу! Я вожу! Я вожу! Играем, я видите? Вожу! Ага. Борь, давай, вяжи. Даю. Давай. Я вазу поставлю. Давай. А кого я поймаю? Ты сначала поймай. А вот с тем я буду целоваться. Кто это? Цаплер сказал? Ага. Цаплер? Все. Цаплер. Готов. Я иду к тебе. Раз. Два. Три. Погнали. Ну-ка, где мой цаплер? Давай. Цаплер. Сюда, Корска, сюда. Цаплер. Холодно, ну-ка. Холодно. Где? Так. Где тут поумный цаплер? Цаплер, цаплер, цаплер. Посмотрим, кто это. Ну-ка, ох ты. Это суп, что ли, у нас, а? Да нет, у супа формы не те. Серафима. Ну что ж, так сказать, позвольте, Симочка. Коська, глазки протри. Ну все, все, все. Ну ладно, я вас обдурил. Это же моя любимая жена, Маргошка. Что, милая? Дальше, дальше играем. Давайте дальше играем. Тебе водить. Все, товарищ Назарова, я вам давайте повяжу платочек. Держи, держи. Давайте. Я же вас и раскручу. Давайте, давайте. Вяжем. Так, вот осторожно. На бантик. Давайте. Так, раскручиваем, товарищ Назару. Так, все. Все. Крутим. Давай. Давай. Давай, давай. Маргоша. Осторожно. Там нормально. Ты Костя, не понимаешь. Переживай. Ты великий советский режиссер. Давай, 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 все нормально. В постельку, да. Не нравится он мне. Кто? А ныряльщик этот хренов. За Маргошку хлёст. Денисов тоже, Вержбицкий. Все вижу. Придушил бы. Коська, да перестань. Пойдем. Слушай, выпьем еще. Пойдем. Ладно, вот не буду руки марать. Правильно.
понаблюдаю. Все, 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 все. Пошли, 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 пошли. Пойдем, пойдем. О. Боль, ты нормально? Отлично. Ну, нормально. О. Давай. Уф. Вот. Раз. Ключи от комнаты дайте. А почему я должна селить этих? Константиновского и Назарову. В один номер, а? По закону, а не в браке. Странно. А фамилии у них разные. Так не бывает. Бывает. Они из цирка. А. А что Мими? А где отчество, фамилия? Ох ты, пишите. Глянь, какая Мими красота. Борисовна Эдер. Мими? Борисовна. Глянь, какая люстра. Супов, ой, ты на какие шиши все это устроил? На, держи, малыш. Елизавета Никитична? Женщины, свободных местов нет. И до конца августа не будет. Серьезно? И как же нам теперь быть? Дома сидеть. Да, прав был Илья. Хамством процветает. Ну что, сейчас по-другому поговорим? Я все объясню. Конечно, объяснишь, Супов. А как же? Объяснит? Да. Да. Девушка, вы только гляньте на эти яблочки. Это же не яблочки, это чистый цимус. Берите побольше, таких нету нигде на привозе. Мне не надо побольше, дайте парочку. Пожалуйста, берите парочку. Боже ж мой, о чем вы говорите? Все. Пожалуйста, все. Вот вам парочка. Держи. Спасибо, спасибо. Мужчина, вам таки говорили, что вы копия писателя Чехова? Если нет, таки вы копия. А мне говорили, что я копия Бисмарка. Вот так встреча. Да неужели? Ой, давайте помогу. Не откажусь. Мужчин, мужчин, вы же вылитый писатель Чех. Ну что ж, боже упаси, я же все-таки больше Бисмарк. Одесса. Меня здесь каждый может заговорить, я даже не замечу. Да вы что? Вы будьте внимательны, а лучше держитесь меня. Ну да, с вами ты не пропадешь. Конечно. А хорошо вчера погуляли, душевно. Вспомнила, как вы ныряли. А может быть, продолжим сегодня вечерком, но без ныряния? У меня выходной сегодня. Ну так и прекрасно. Вот так и жили. Воды пресной нет совсем. Угу. Ну, помыться можно в море. А пастирушку там, допустим. Один, извините, сортир на всех. Умывальника, правда, три. Два не работают. Супов! О, а где все? А кого тебе надо? Не может быть! Ну, Карла Донор. Расскажешь, как вы тут устроили нетрудовой доход? М? Что? Елизавета Никитична. А ты не в курсе? Елизавета Никитична. Я же вам говорил, это? Назарова в неведении о моем преступлении. Я верю, верю. Верю, что она не знает. Ну, вот теперь знаешь. Слушай, пойдем отсюда. Куда? В тюрьму садиться. Ваш директор совершил страшное преступление. Но, учитывая благие намерения, а именно переселить съемочную группу в человеческие условия, да, суд постановил вынести ему мягкий приговор. Какой? Так что мотай, Супов, в главкино. Зачем? Ну, оттуда поедешь в Союзпечать. Нужно заключить договор о продаже открыток с артисткой советского кино Маргаритой Назаровой. Ты понял? Понял. Выполнять? Слушаюсь. Карла, здрасте. А я ничего. По тебе кто-то еще соскучился. Я не одна приехала. Иришка? С Иришкой. Пошли, пойдем. Пошли, конечно. Елизавета Никитична, я не знаю, что делать. Он требует, чтобы вырезали эту сцену из картины. Он говорит, что это позорит его артиста, отца и советского человека. Супов, миленький, ну что же так переживаешь? Все решим. Договорюсь. Ой, погода хорошая. Пошел бы ты искупался.
спасибо. Ну, как ты тут, мое солнышко? Ой, как красиво. Ну, как красиво у тебя получилось, лошадушка. Смотри-ка, давай-ка мы его... Это кто у нас такой красивый? Мардуш, привет. Привет. Ну, ты как? Хорошо. Ты куда? Домой пойду. Увидимся. Пока. Так, а давай, мы хорошие, мы здесь ракушку положим. Давай. Вот это. Нет, не надо? Ой, как красиво получается, умничка моя. Завета, как дела? Как Мишка? Боря, иди окунись. Что не так? А, передавила я его. В смысле? Командовала, командовала и докомандовалась. Лопнуло терпение у бойца Красной Армии Михаила Туркина. Сказал, если не угомонись, уйдет. Да ты что? Пока только переехал. Ой, боюсь я себя, Костя. Со мной сложно. Но ты знаешь, ты тоже командир еще тот. Марго, фу, стоять ко мне. Ты моих ошибок-то не повторяй. Слушай, ну может вернется еще, да? Может вернется, а может нет. Только это между нами. Я Иришке пока сказала, что папа в командировку уехал. А насколько командировка затянется? Иришка, пойдем ручки мыть, а? Пойдем? Вы когда своих заводить будете? Да нам надо сначала работу хорошо сделать, да? Это да. А где Маргошка? Была где-то здесь. А где Маргошка-то? По-моему, туда куда-то пошла. Ладно, пойду поищу. Ой, какая красавица. Девушка, арбузика не хотите? Вот, смотрите, сахарный какой. Вот, возьмите кусочек. Все ты мечешься, день Динской, по смешной привычке своей городской. Руки протягиваешь, словно я Бог, среди стен четырех маешься. А что я могу, если Бог не смог тебя сотворить, понимающий? Красиво. Вы написали. Нет, ну что вы, я не умею писать стихи. Это новый поэт, очень хороший. У него фамилия как стихи, Болото Акуджава. Никогда не слышала. Еще услышишь. Тим, мне кажется, что вы себе много позволяете. Приедем в Москву, скажете своему поэту, что с ним приятно познакомиться. Ефимыч, пойми меня правильно. Вот бывают в жизни такие случаи, когда, в общем, никуда ни о чем сообщать не надо. Я на месте разобралась. До старости вот так скакать, а не вы весь люди. Ну что? А все вокруг любимчики. Да. Приличному человеку никакой карьеры из-за них. Ну что поделать? Всего доброго, Елизавета Никитична. Всего доброго. А вы когда назад? Кино снимем и вернемся с победой. Ну, вы гарант победы. Ну? Жополиз. Надо менять. Завтра ответственная съемка. Прошу не пить. У нас каждый день ответственно. Ты бы лучше с Костей прошел, сыночку. А то, мне кажется, там для старпома сложновато.
Чего там сложного? Ну, борется с тарпом, с тигром. Эко невидаль. Это же не тигр, это кот домашний. Вот у Брана, знаменитого дрессировщика, вот у Брана были звери так звери, поэтому я их весь мир и знал. Брана — это тот, который по три дня тигров перед трюком не кормил, и они его съели. Ладно, нормально. Ты что? Вперед. Вперед. Ой, елки. А куда это вы? А куда это вы? Это ж кот домашний, а не тигр. Куда это вы? Интересно. Давай, давай. Пуршик, давай. Давай. Чего, морячок, испугался? Нет, ну... А играешь хорошо. Давай, спускайся. Выпьем молочка. Что, сдрифил? Молодец, мое солнышко. Маргарита Петровна. Чего там? Ну, может, уведете его уже, а? Ну что, зайцы? Пуршик, молодец. Правильно, и посуду им бей. Да-да-да. Давай. Ну, пошли домой. Пошли. Молодец. Браво, артист. И друзья они нам. Славка, ну, короче, укрупняемся, потом средний, потом вверх пошел. Ну, понятно. Давай, сам давай. Да? Мне кажется, я сам мог бы Русь Тарпому сыграть, а? Да. Кстати, капитанская форма вам очень близко. Ну, Симочка, вы ангел. Жалко, что вы не режиссер. Так, Костя, ты понял. Работай там, да, вот там Славка, можно, верно? О! Начнем. Да. Я пошел. Симочка, ну, значит, сейчас. Получу. Вот, получу, ага. Есть. Да, всем внимательно. Так, там на месте все? Все проверили. Кость! Купаться. Пока отдыхать. Костя! Кость! Нет, ну, видно же, что не я. Да он, ну, нет, я против. Я против. В принципе, я сам мог бы это сделать. Все, да ну хватит! Чего? Ты вместо того, чтобы с этой курицей кокетничать, с артистом бы лучше пообщался. Пуш не в духе. Не надо сегодня это делать. Так а что ему быть в духе, если вчера весь вечер его ненаглядная Радочка кокетничала с другим? А, ну ты же это не видела. Ты же где-то прохлаждалась. Кость, надо отменять. Ну, Пуш не в настрое. Ребят, ну вы сговорились, что ли? Давай, все нормально. Да? Давай, все нормально, поехали. Ой. Давай. Ты уверен? Давай. Давайте расходитесь. Да-да, конечно. Поехали. Работаем все. Товарищи, по местам. Внимание, внимание. Приготовились. Мотор. Пуш. Пушек миленький, но осторожней. Нет, Пуш! Пуш! Все, все, хорош! Вот так! Все, хватит! Пуш, давай! Все, Костя, стоп! Хватит! Давай! Костя, хватит! Пуш! Все, все! Господи! Кость, остановись! Хватит, Костя! Ну, серьезно, все! Костя! Костя! Господи, ну сделайте же что-нибудь! Помогите ему, я Пуша отгоню! Костя! Пуш! Пуш! Костя! Пуш! Костенька, ты меня слышишь? Костя. Ну, врача же, ну что вы! Сейчас зовем врача, а! Ну что Костя, стоите? Что, врача давайте! Костя! Костя! Господи, как же я-то! А как наш ребенок? Ну, врача, ну что вы стоите-то? Ну, наконец-то! И пиво! Дурак! Господи! О, дурак-то! Отставить пиво! Шампанского! За будущего наследника! Ой. Нормально. Ой.
Ничего, Маргошенька, не переживай. Костя боец крепкий, оклемается. Да я надеюсь. Главное, чтобы память не потерял снова. Да ты что, перестань. А мы вот завтра все, обратно. А чего так мало отдохнули? Иришка вон даже не загорела совсем. Да, есть. Был, в общем, у меня один сотрудник с длинным языком. В общем, вызывает в Москву на ковер. Буду чинить допрос с пристрастием. Из-за открыток этих поганых, что ли? Перестань. Зато вы живете в нормальных условиях. Ничего, мы еще повоюем. Мы поедем. Ну, давайте. А то, правда, Ира устал совсем. Маргош, ты тут осторожней. Ты тут не командуй мной, знаешь? Сама там не сорвись. Пока. Пока. До встречи. Осторожней. Пока. Пока. Пятую палату, утку! Отставить утку. Я пошутил. Где мои вещи? Они зачем тебе? Сейчас. Тебе доктор сказал лежать. Скверное предчувствие у меня, мамаша. Вот так вот, позарез нужно вернуться. Гони амуницию, я тебе целковым ударю, а? Давай, очень надо, красавица моя, давай. Давай. Осторожней, Маргушка. Рада, хватит капризничать. Рада, Рада. Я не люблю, когда ты так делаешь, ты знаешь. Рада. Маргарита, может, не будете рисковать? Рада, перестань. Не переупрямишь. Давайте дождемся Костю. Не-не-не, получится. Рада, Рада, не сметь. Нет. Рада, Рада, тупо. Ребят, тупо, ребят, ну-ка, подальше от клетки. Ну, Рада, Рада. Качает, знаю. Надо. Встаем. Встаем. Ап! Мало! Ну, говорил ей, говорил! Маргушка! Рада! Рада ко мне! Так и знал. Кость! Как? Рада! Под мусором спокойно. Вы по-человечески можете ответить, а? С вашим будущим ребенком все будет нормально. Доктор, ну я ребенка пока не знаю. Что с женой? А что с ней такого особенного для ее профессии? Ну, верно, но все-таки. Часть скальпа пришлось удалить. А так, будет из нее отличная мамаша. Ну, когда родит, конечно. Как только пришла в себя, спросила: доктор, а я еще не родила? Цирк. А... Мужики, сигаретки не будет. Там пойдет. Да. Слушай.
Подожди, что там? Ну как? Кость, ну что? Ну чего там? Комедиан, чертов. Вы по какому вопросу, товарищи? Да Дурила. Как она? Ты даешь. Ну как? Считай, зря за локоны платили. Парик придется делать. Ну что ты? Боль, ну что ты? Да иди ты к черту. Все нормально. Точно. Сигаретки. Ну, артист. А что, чудил, а? Циркач. Ну ты смотри. Как она может любить этого клоуна? А только таких и любят. Это ж цирк. Ой, мама моя. Цирк. Спасибо тебе, Елизавета. Ну, если твой идет, мы тебе жениха из наших, из цирковых подберем. Ой, Кость, я открытку получила. Ждет. Скучает. Но... Пишет, пока нас нет, он ремонт затеял. Ой, мама моя, что он там наворотил? Здрасте. Узнаю, добрый вечер. Ты поосторожнее. Да. Держи. Бери. Ну, дядь Костя, до свидания, скажи. Здравствуйте. Ну, скажите, вот это... Так, что у вас? Давай. В соседнем. Так. Спасибо. Оп. Первые купы. Классово. Ну, прощай. Ты береги ее, подругу мою. Угу. Ей сейчас очень забота нужна. И твоя помощь. Хорошо. Елизавета. Да. Все. Счастливо. Счастливого пути. Главный Иван Сергеевич будет давать. Ну, я надеюсь, но он тебе все попросил. Да, все сделал. Все сделал. А что? Ну куда ну, все прекрасно. Я сделал. В следующий раз пусть он сам уйдет. Просто я не поеду. Нет, не переживайте. Опять устал. Устал. Самое главное, все решил. Решил. Хотелось отдохнуть. Когда приедешь. И он любит мясо. Тихо, муха. А у тигрика есть хвост. Сын, скорее бы ты подрос. Кость, пальто, руки, ноги. Кость, ты что? Мальвина сказала, ну, мальчики, если вы живы, идите мыть руки. Я тебе там макароны оставила. Слышишь? Спасибо. Я голоден, как волк. Костя, доброе утро. Ночь, Лариса Карповна. Физкульт, привет. Что это вам не спится? Да какой там? Третьи сутки. Бедный мальчик, бедная Рита.
Вы уж нас извините, мне молоко пропало внезапно. Ну, что поделаешь. Такое случается всегда внезапно. Костя, идите, угощайтесь. И жену зовите. А то нас понедельник ничего не ел. Да ну что, Лариса Карповна, что будете на нас продукты переводить? Вон у меня макароны. Да ладно, перестаньте. Есть. Яички я брала в угловом. Они свежие, вот я и взяла. 30. Мне это много. Ах, не солгали предчувствия мне. Ну что, уснул? Ах, ну тогда давайте. Или поздний ужин, или ранний завтрак. Ну-ка. Только, только с фирменной наливочкой. Ну. Моей прабабушки. Спасибо, Лариса Карповна. Кость, а где ты был? Не поверишь, на работе. А вы знаете, когда мой Витенька был такой же маленький, как ваш Алёша, ой, он голосил так, что бойцы уходили спать в пустыню. Какие бойцы? В какую пустыню? Кызылкум. Это в Казахстане. Я ж его в Средней Азии родила. Мой муж тогда на погранзаставе служил. Ой. Жили в бараке. Между бойцами и нами только такая вот простыночка висела, приданная моей мамы. Ой, такая красивая, в кружевах, с фестонами. Маргошка. Не будите ее. Что же она? Ладно. Давайте. Лариса Карповна. За Кызылкум. Будем. У нас сейчас одна забота, чтобы Алёшка был с этой. Ну, а муж уже. Константин Александрович. Ну, как вам не стыдно? Когда у женщины появляется ребенок, она забывает обо всем. Это точно. Он не спал. Он ждал в засаде. Может, вам няню завести? Где же ее взять-то? Ну да. А бабушки? Свою мать я в детстве потеряла, ее сестра с матерью в Риге, так что. А тогда, может, они к нам? Мы справимся. Нет, Костя. Ну, когда ты собираешься вернуться? Куда вернуться? В цирк, куда еще? Нет, не вернусь. Я актриса. Актриса она. Кто тебе сказал? Кто? Твой карась ненаделанный? Я сама знаю, что мне играть надо. Да? В клетку тебе надо. С метлой и лопатой. Знаешь что, я свою порцию дерьма уже выгребу. А-а-а. Теперь твоя очередь. Отсюда ты не пробовал дерьмо выгребать? Он все же до потолка скопилось, актриса. Да, и мне, между прочим, с Мосфильма звонили, на пробы звонили. Ну и катись! Совсем сдурел наш папа. Ругают нас. Кость, а Пуршик как там? Скучает по мне? М?
повесился от горя. Остальные в соплях, утопли. И ты, Леша, обещал коляску купить. Нет колясок, дефицит. Значит, найди. Да, да, мой, да. О, здравствуйте. Здравствуйте. Мама. Здрасте. Здравствуй, доченька. Господи, подержите, пожалуйста. Ой, ой, ты мой красавец. Ой, ты мое счастье. Привет. Ой, ты моя радость. Как ну, ты? Давай, нормально. Встречай. Ты какая папку с теткой. Костя, у нас там багаж на лестнице. Возьмите, принесите сюда, куда-нибудь поставьте. Какой большой. Ой, мокрый весь, мам. Мокрый? Он же мокрый. Переодеваться. Да, 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 да. Тихо, тихо. Да, 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 да. А ты в парикмахерскую. Хорошо. Вот так тебе надо. Еще одна командирша. О, какая машина. Рита! Мой хороший. Крик! Вот вы где! Ой! Здрасте! Здравствуйте! Простите, принял вас за вашу сестру. Лёшка, привет! Испугался? Накрывай глазки. А я, знаете, ветеринарный на последнем курсе бросила. Почему? Денег не хватало. А потом Галка в медицинском учится. Это вам не дули воробьям крутить. Ну да. А я работать пошла к дяде Витасу в зоопарк. Не скучаете? Да некогда скучать-то. То поликлиника, то молочная кухня, ну да. То на книги в очередь записаться. Лёшка вон вырастет, а мы ему уже библиотеку собрали. Вер, а не хотите к нам в цирк? Я? Да. Да ну, что вы. Хватит нам одной. Циркачки в доме. Я слышал, она на Мосфильм зачастила. Угу. Ей Корней пробу устроил. Ох, и доиграется водоплавающий наш. Костя давно за ним присматривает. А как она? Пришла в себе? Да очень даже. Это у них в крови, у баб, Кость. Ты не понимаешь, она вообще другая стала. Ни внимания, ни любви, ни ласки. Моя, знаешь, как Ирку родила, вся в нее ушла. Но потом вернулась на мою голову. На, держи. Ну? Ну? Давай, Мишаня. Давай. Ну, это ладно. Ну, а вообще, как дела? Ну, Мишань, помоги. Коляска нужна. Ну. Теща как приехала, Лешка вроде, слава богу, успокоился. Он сейчас толстый стал, как Локтенов. И с ним гулять долго на руках заморишься. Коляска? Да. Это сейчас дефицит. Каждая на учете. Страна поднимается. Все вон кинулись рожать, как полоумные. Здрасте. Михаил Иванович. Ну? Срочно. Угу. Где? Вот. Угу. И вот здесь. Угу. Все? Ага. Спасибо. Да. Мишань, ты смотри, что подписываешь. Слушай, вот вы привыкли к бюрократии в своем тылу-то, а? Мой снабженец, товарищ проверенный в боях. Мы с ним на одном фронте воевали. Кстати говоря, он и Волгу помог достать, и переоборудовать под ручное управление. А на выходные мы с Лизаветой. Кстати, нашу ласточку обкатывать будем. Приезжайте с Маргушей. Ладно. Ну? Ну, давай, Мишаня.
Но ты все-таки смотри, что там подписываешь. Это, брат, не фронт, это торговля. Да что ты говоришь? Это хуже, брат, чем фронт. Знаешь, вчера на партсобрании одного коллегу моего чехвостили, знаешь как? Одни перья только и остались. А за что, спроси? Ну, за что? Бабу на стороне нашел. А ты говоришь... А еще говорят, пить вредно. Она выпил, как мозги заработали. Эх, вставай, пошли. Есть у меня один дефицитный товар. Директор велел до поры придержать, но чую я, пора это настало. О, колесница для твоего бойца. Забирай и пользуйся. Слушай, Мишаня, а те неприятности там не будет никаких? Волков боятся в тылу сидеть. Забирай. Слушай, ну, вот это. И давай это дело отметим. Да. Ну что за ребячество, Рит? Ну стой же! Ты не прав, а ну какой из Сережки режиссер? Ну, ну стой же. Ну все, все, хорош. На будущей неделе покажемся другому режиссеру. Он молодой, талантливый, перспективный. Он настоящий актерский режиссер. И он все твои достоинства оценит. Все, я устала. Я тоже устал. А ты от чего устал? Прятаться, скрываться, врать. Не надо было быть таким настойчивым, не надо было бы врать. Я же люблю тебя. Когда ты от него уйдешь? От кого? От него. Куда? Ко мне. Да, да, я настаиваю. Имею право. Ну а кто оказался с тобой рядом, когда тебе нужна была теплота, поддержка? Кто оказался? Вот именно оказался. Мне надо в цирк заехать. Прости. Все. Все. Поехали, Виктор. Thank you.
Рада? Рада? У меня выходной сегодня. Ну, так прекрасно. За Маргошку клёсы. Придушил бы. Кость, ну врача же, ну что вы! Шампанского за будущего наследника. Я актриса. Актриса она. Кто тебе сказал? Вы карась наделаны? Когда ты от него уйдешь? Вера, как? Нет? Глазки. Глазки у Мишки, да. Ну, соседка наша. Кто он, наш соседка? Милейшая женщина. Как я борщ варю. И что, борщ, прокис, что ли? Кость, а можно повежливее с пожилым человеком? Кто тут пожилой? Моя теща, что ли? Да и еще раза три замуж можно выдать. Веруся, давай Алешку. Идем? О, пойдем. Парад. Пойдем. Веруся, давай. Идем. Давайте, дуйте гулять. Идем. Надо же опробовать. Мама, теперь дома будет. Держи. Спускайтесь. Ну, колясочку, да? Пока, моя пока. Зайка. Пока, пока. Вы смотри, какая у тебя карета-то. Мам, ты так говоришь про эту коляску, как будто это машина. О, Маргошка, кстати. Уже опаздываем. Давай, побыстрее. Ой, ты мой хороший. Ну, давайте. Не плакать, не плакать, не плакать. Тетя, так уж оно и есть. Личный Лешкин транспорт. Мама, мама, спасибо за все. За что? За все. Немного. Все-все. Чуть-чуть. Ну? Не надо, на свое. На спасибо, свое. Родная. Предлагаю тост. Слушайте, я прошу, хватит пить за железки. За ну? Родину. Можно выпить? Да. За бескрайние просторы, угу. За горы, угу. За леса, а? За реки. За Волгу! За Волгу! Ой, Костя. Мишка, на меня смотри. Ревную. Давай. Следующий тост. За моего зама. Ой, ребят, я такая дура. Кость, я в людях вообще не разбираюсь. Мишка, когда зама привел устраиваться на работу, я категорически была против. Ага, что за дело? Да. Мол, и вид у него прохиндейский, да. И опыта у него нет. Да. А вон оно. Как обернулось-то, а? Ну да. Что, тогда за зама. За зама. А? Машину. За зама. Помог за достать. Зама. И все, вот буквально все под Мишку там переделал. Ну, конечно, ты в министерстве работаешь, да. Ты не можешь прям машин семьи обеспечить. Да ты что? Конечно, нет. Ну, а что люди скажут? Ой, нет. Перестань. Ну, Маргоша. Пусть знают, что просто бабе повезло. Муж – добытчик. М? Добытчик. Мишаня, пойдем знакомиться. Угу. Настал этот час. Давай, веди к своей красавице. Барышни, не скучайте. Маргошка, ну не скучай, мы сейчас придем. Ой. Ну ладно, ладно. Да мы недолго, Лиз. Видела я вас с Корнеевым. Прям голубки, м? Ой, смотри, Маргош, Костя узнает, он задаст обоим. Я Костю очень любила. Очень. Думала, и он меня. Вот ты спятила? Он жить без тебя не может. Да, не может. Только когда я с маленьким с ног сбилась, по 2 часа в сутки спала, он со своими дружками пиво пил и тигров по кругу гонял. А ко мне одни претензии были. Рубашку он чистую видел неделю назад. Пройду, вообще молчу. Любит он. Себя он любит. В общем, я тебе сказала. И если тебе важно мое мнение... А если нет? Тебя я предупредила. Косте слов не скажу. Я его уважаю. Маргош. М?
пойдем в ванну. Там мама Лешины пеленки стирает. Спокойной ночи. Подождем немножко, да, Маркушка? Мне утром на пробы надо. О, Марго. Выспаться надо. Правда. Ну, как хочешь. Это мои тигры, а не игрушки, Боря. Ну, во-первых, не могу тебе не напомнить, что все наши звери государственные. Кость, перед нами очень сложная задача. Нужно придумать такое, чего нет ни в одном цирке мира. Женьку Локтенова позовем. Его задница имеет неизменный успех. Во-вторых, нам надо найти новых животных. Нужны молодые хищники. А знаешь, можно поискать маленьких злых кроликов. Слушай, хватит ерничать. Я не виноват, что у тебя не лады с женой. И в-третьих, без Маргариты нам не обойтись. Да что вы. Они теперь большие актерки. Каждый день по пробам да по режиссерам ходите. Короче, Борь, я сам выйду на манеж. Ничего, отработаем, поразим воображение иностранных гостей столицы. Ну, как раньше. Кость, да услышь ты меня. Маргариту нужно в номер. Она вернется. Кость! Она не вернется, Борь. Ее часто видит с этим морским коньком, с Корнеевым. Ребята с Мосфильма рассказывали. Конечно, мог бы его того. Но насильно мил не будешь, Борис. Так что со следующего месяца начинаем репетиции нового номера. Куда? Лежать! 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 Молодец! Молодец! Молодец. Мысли есть, Пурш? Нет? Разберемся. Смотри, какая штука тут, да? Да? Ну, ну. Вот так, вот, вот так, вот так, вот, да. Да, 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 да. Ну, невозможно так, Лариса Карповна. Ну, что вы все смотрите и молчите? Вы бы маслица поменьше клали. У ребенка и так лишний вес. Да. А вы, Лариса Карповна, своих внучков-то заведите, а потом и вталкиваете им постную кашку. Витя! Вот, посмотри, посмотри, кто там? Кто там? Куда это она побежала? Витя! Дядя пришел. Дядя пришел. Здравствуй, мам. Пойдем скорее. Слушай, дай мне пойдем минутку. Скорее. Я по делу. Меня там машина ждет, просто на работу нужно. Ну, ты понимаешь. Ну, как же так, Витенька? Я ведь тоже могу с детьми посидеть по воскресеньям. Да не надо, мам. Люсенька говорит, что ее мама справляется вполне. Ну, погоди тогда. Знаешь, я вам сейчас две баночки варенья дам, вишневого. Ну, к чаю. Мам, да не надо никакого варенья. Ты в него слишком много сахара кладешь. Еще диатез какой вскочит. Ну, у тебя-то, как я погляжу, не вскочил. Ну, мам, ну, все хватит, детство все. Лопал, за ушами трещало. Все, из головы вон с твоим вареньем. Я вот чего спросить хотел. Ты в следующий раз в сберкнижке деньги когда снимать будешь? Как всегда. В начале месяца. Ну, ладно, все, я пошел. А, да,
Еще, мам, не надо нам больше звонить и молчать в трубку. Все, пока. Не судите его. Я очень перед сыном виновата. Вместо того, чтобы уделять время только ребенку, я отдала его бабушкам. А сама с мужем по гарнизонам моталась. Я очень сильно мужа любила. А пойдемте поедим вместе. Пойдемте. А то я столько каши наварила. Алешке одному не осилить. М? Понимает, девчонка еще. Ох, Ларисочка Карповна, ведь она же дочь мне родная. Вот как тут сердце не болеть? Да не волнуйтесь, она взрослая женщина. Она поймет, что семья это самое главное. Времена пошли. Раньше мужики нажирались, а теперь... А теперь наше время пришло. Сядешь, поговорить бы. Я вот все последнее время думаю. Кто я? Дрессировщица? Нет. Меня родной муж из номера выжил. Жена? Ни в коем случае. Мужу измену учинила. С тоски, по глупости, от обиды. Но факт. Матерью побыла, ребенка чуть не угробила. Дом загадила хуже конюшни. Мужа только что с голоду не уморила. Артистка тоже мимо. Опять обещают, потом пропадают. Обещают, пропадают. Круг замкнулся. И вот из всего вышесказанного возникает вопрос, и кому я такая нужна? Мне. Мне нужна. О, пьющая мать, горе в семье.
Гадость какая. Ну все. Пошли. Ну? Кость. Где ты был так долго? Пойдем. Давай. Ну все, все. Пойдем домой. Ой, Господи, что творится. Вот парочка, а? Кулик да Гагарочка. Да не вертись ты, Господи. А ручку можно? Можно ручку. Можно ручку. Давай здесь жить. Жить? Ну, переночуем мы здесь точно. Дома одни глаза кругом. Даже уединиться негде. Давай вторую лапу. Да. О. Больно? Да. Абраму задел. Ну, а что ты хотела? К мужику в гостиницу через окно лезть. В следующий раз не забывайте паспорт, мадам. Давай следующую. Ой, мокрая. Тихо. Ты игралась? Что сиди тихо? Тихо, говорю. Тихо. Тихо сиди. Фу. Мне сказали, что у вас женщина. Товарищ администратор, ну как вам не стыдно верить всяким слухам? Ну, честное слово, ну я не знаю. А тогда почему вы в таком виде? Ну, я стираю. Так вы сейчас один? Нет. Сейчас я с вами. Может, вы зайдете? А, не, нам туда. А вы что здесь делаете? Так, ну, я вижу, что я неинтересен. Считаю, что между нами все кончено. Дорогуша, может, вы с нами? Мы вас не обидим, обещаем. Сейчас такую дорогушу устрою. Я позвоню на вашу работу и расскажу, чем вы занимаетесь на государственные деньги в командировках. Ясно? Ты знаешь, что нас сейчас чуть не выселили из этого вот этого, а? Кость, мне надо тебе кое-что сказать. Подожди. Не надо ничего говорить. Я все знаю. И не хочу вспоминать. Ты о чем? Ты о чем, Кость? О Корнееве. О чем? Кто это? Я возвращаюсь в цирк. Я соскучилась. Я не могу без вас. Все, все, хватит. Правда. Ну, с возвращением. Не надо овации. Сейчас я тебе покажу овации. Маргушка. Подожди. Куда ты? Что? Ух ты. А? Слушай, давай с тиграми номер в воде сделаем. Точно, новый аттракцион. Как? Чтобы плавали. А? Да подожди ты со своими тиграми.
что это за балаган? Ты где был? На складе. Что-то случилось? Снабженца моего арестовали. Господи. За что? За хищение. В особо крупных размерах. Лиза. Лиза, я, Ирочка, клянусь, я не знал. Не знал. Как ты мог? Как ты смел? Не знал. Кто ж тебе поверит? Лиз, ну ты-то мне веришь? Я. При чем здесь я? Погубил. Ой, ты же всех нас погубил. Ты меня, ты Ирку, ты себя погубил. Ты про Ирку подумал? Ты подумал, что с ней будет? Ты про меня уже разговора нет, меня же выметут. Что ты наделал? Что ты наделал? Что ты наделал? Погубил. Ой, Господи, погубил. Ой, мамочки. Ой, мамочки, что ты наделал? Ой, что ты наделал, мамочки? Ой. Ой, что ты наделал? Ой, погубил. Ой, ой, мамочки мои, что ты... Ой, мамочки. Ой, ой, мамочки. Ой, ой. Миша. Миша, вернись. Мишенька, ой, родненький мой, что же ты наделал? Ой, ой, что же будет? Мишенька, мой. Что ты скалишься? Что ты скалишься? Давай, давай, мой красавец, даже не думай мне. Где наши манеры? У нас сегодня гости. Давай покажем, на что мы способны. Давай, красавец, не подведи. Ау! Ау! Ой, молодец, красавец мой. Умница, умница. Умница, умница. На, на. На, мой хороший. Молодец. Молодец. Следующая остановка – улица Чернышевского. Товарищи, передавайте за проезд. Это было прекрасно. Жутко и прекрасно. Извините, дамочка, извините. Вы мастер, конечно. Ну, бросьте. Нет, нет, ну что просто. Вы? Просто. Опыт большой. Как вам так удалось Раду переломить? Ну, тут интересная история. Дело в том, что… Передайте, пожалуйста. Дело в том, что наряду с полученными от дрессировщика условными рефлексами, действиями животного управляют его естественные, его природные инстинкты. Вот. В данный момент одни заторможены, другие, наоборот, преобладают. Но таким образом болевой рефлекс в смешанной дрессуре не надо воспринимать буквально как причинение зверю боли, а наоборот. Наоборот, как напоминание животному о том, что боль может быть применена. Вот такая трактовка смешанной дрессуры и является главной особенностью системы работы с тиграми, которую мы с Костей и вашей сестрой применяем. Товарищи, разрешите? Угу. Спасибо. Извините. Спасибо. А Маргошка талантливая, правда? Она такая единственная.
извините. Передайте, пожалуйста. Извините. Сравненную Маргариту Назарову, новую звезду советского нашего кинематографа. Ура! 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 Цирка, Никит Сергеевич. Не понял? Цирка, не кинематографа. Лизавета, ты же говорила, что Назарову молодой собирался какой-то снимать. Да. Рязанов хочет ее снимать. Сценарий нашел. Комедия. Ну, Рязанов хороший. Нужно соглашаться. Отказался уже. Я в цирке служу. Тем более, что мы с мужем придумали новый аттракцион, грандиозный такой, чтобы весь мир удивить. О как! Ишь ты! Ха! С мужем! Ха-ха. Молодцы! А ну-ка, красавица, иди-ка сюда. Расскажи, как ты с мужем придумала весь мир удивить. Никит Сергеевич, давайте, просто давайте. Кино – это не мое. Вот цирк, это другое дело. Я люблю Костя. Животных. Ну что цирк? Спасибо. Ну это же опилки. Опилки. Давай, пожалуйста, выйдем, мне поговорить очень нужно. Ну, люблю я это дело. Да. Ты не представляешь, что сейчас начнется. Он говорит, что не знал. А ты верь ему. Я-то верю. А больше никто. Слышь, а пусть докажут. Костя, докажут. Это же хищение социалистической собственности в особо крупных размерах. Да. Вера, угадайте, это что? Палка. Да. Но это волшебная палка. Это дистанция жизни между мной и хищником. Вы, по-моему, где-то витаете. Нет, нет, я внимательно слушаю. Молодяк, вот всего ему годик, считает палку или кнут продолжением моего тела. И когда я работаю ими рядом, видите, или даже прикасаюсь, видите? Хоп-хоп-хоп! Зверей это пугает больше всего. Но в конце концов заставляет подчиниться. А вот уже взрослый тигр считает палку или кнут живыми конечностями укротителя, да? Да. И в любых случаях непослушания он цепляется в палку, а не в руку его. Поэтому на всех представлениях дрессировщики и пользуются вот этими орудиями. Но самое главное для укротителя – это реакция. Вера! Ничего, ничего.
Маленькая ранка. Все. Ничего. Мамуль, так вот, в такой работе просто совершенно необходима выдержка и хладнокровие. Угу. Понимаешь? Лариса Карповна, да вы опять впереди паровоза бежите. Сначала суп. Ну, котлеты же подгорают. Мамуль, вот подожди. Вот ты только представь себе. Вот если ты бросишь тумбочку хоть на десятую долю секунды позже, то все. Зверь настигнет ее в прыжке. Понимаешь? Боже мой. И все. И тогда никакая другая тумбочка уже не спасет. Он остается совершенно беззащитным, дрессировщик. Но он же не может бросить тумбочку, когда зверь уже в воздухе. Угу. Понимаешь? Это да. Алло? Да-да, Борис Афанасьевич. Здравствуйте. Хорошо. Да, я буду. Я приеду пораньше и все приготовлю. Ну, конечно, умею. Хорошо. Она влюбилась. Иду, иду, иду. Какие люди, проходите. Борис Афанасьевич. Здравствуйте, Марго. Сервиз чайный. Ну, хотели выбросить, а Маргоша говорит, давай Борьке отнесем. Ты все барахло, которое тебе не нужно, волоки ко мне. Вот дурака. Может, к вечеру и до чая доберемся. Проходите. Здорово. Здорово. Ну, давай, показывай. Как. Вот налево. Ух ты. С ума сойти. А то. Ну? Обалдеть. Борис Афанасьевич. Что? Вот только не говорите, что вот это все, эту красоту вы сами делали и всю ночь салаты стругали. Здрасте. А кто? Конечно, я. Да шучу. Это все Верочка. Ваша сестра-волшебница. Вера? Да. Вон на кухне стряпает. Это она? Ну ты, Борька, буржуй. Чего? Да пора тебя экспроприировать. Это он в смысле, что ну мыслимое ли дело одному человеку в стольких квадратных метрах? Во-во, во-во. Да сколько тут этих метров? И к тому же я не просил, мне сами дали. Говорят, на, Борис Афанасьевич. Да ладно. За заслуги. А мы на 10 в пятером. У меня зачешься, я чешу, оказывается, не себе. Ладно, пойду гляну, что там моя сестра на вашей кухне делает. Сходите, а мы пока. Давай. Давай. Слушай. А чего ты у Елизаветы Никитишны по поводу квартиры не попросишь? Вы молодая перспективная пара, она вас любит, я думаю, поможет. Не, Елизавета сейчас лучше. Не трогайте. Давай, давай, давай. За тебя. Ой, как хорошо. Там у Мишки на складе очень серьезная проблема. Чего? Большая проблема. Вот не надо с этой торговлей связываться. Да не торговля, Боря. Уроды везде найдутся. Это да. Как говорится, с хищниками полегче. Это точно. Давай. Давай. Слышь, Борька, ну что у тебя с вирусики-то, а? Костя. Рит, это тебе не кнутом на Пуршу махать. Положи ножик-то, а то палец себе оттяпаешь. Я справлюсь. Как хочешь. Верунь, а? Посмотри-ка мне в глаза. Чего? Влюбилась в Эдера. Дурюха. Вот дурюха. Он же старше тебя. Ну и что? На 30 лет. На 30. Ты понимаешь, что это такое? А ты понимаешь? Ой, Веруня, я не понимаю. Но я хотя бы в кино видела. Такая разница в возрасте – это ревность, болезнь, каприз, а потом снова ревность. Ритка. Ну, что ты мне душу рвешь, а?
Я запуталась. Ну, запуталась, распутаешься. Вон охапал. Даже найти не могут. Ты помолчала, Клавдия? Я с ним работал. Он варьё на дух не переносил. Слав, что-то не сходится. Смотри, тут на накладных явно не его подпись. Вижу, вижу. В сейфе ничего нет. Можно предположить, что он снабженец. Крутил с поставщиками за спиной Туркина. Правильно говоришь, начальник. Михаил Иванович, он во мужик был. Да если бы он узнал, что эти крысы у государства воруют, он бы ему устроил сталинградскую битву. Так я сам видел, как он с Несуновым боролся. Несун этот не какой-нибудь вам. Племянник директора. Михаил Иванович его как тузик сало шматовал. Даром, что без ноги. Еле оттащили. Да мужик он. Настоящий мужик. Товарищ, вы кто? Член партии. И понятой. Вот и помолчите. Да погоди, Коль. Так вы говорите, он племянника директора? Да. За воровство чуть не убил. Угу. Ладно. Разберемся. А где этот завсклад-то ваш? Да так и не было его с утра. И светит мне ни много ни мало. Десятка. С конфискацией. А то и вышка. Ну ты же не виноват. Виноват. Ты же мне сам говорил, смотри, что подписываешь. Где? Костя, обещай мне, что ты моих девчонок не оставишь. Что ты мелешь? Ну, сам ты будешь о них заботиться, понял? Давай. Ну, давай. Мне Лизка сказала, Мишка, знаешь, за что я тебя всю жизнь люблю? За то, что ты мужик. Мужик. Вон и ноги уж лишился, а мужик? Мужик. Такие вот дела, Костя. Ну ладно, давай. Насыпь еще на пассажир. Ну ладно, подожди, смотри, еще сколько. Ну, мне пора. Мишень, ну куда пора? Тимофеевна, давай, самое, нам еще тащи. Кость, хороший ты мужик. Я горжусь дружбой с тобой. Ты друг мой. Ты мой друг, понял? Я вот говно-говно. Да что ты несешь? Я не могу. Ну, что ты несешь? Я не могу. Ну, что это такое? Что ты? Отец! Отец! Дай инструмент, а? На секунду. Будь другом, дай. Не словами, отец. А? Отец, дай. Держи, сынок, не жалко. Давай. Сейчас дадим. Ну-ка, давай. Мишаня, бери. Я приседу. Давай, Мишаня. Играй. Давай, Мишаня. Все образуется. Давай. Ну. Дай коньку. Раскинулось море широко. Спасибо. И волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко. Подальше от нашей земли. Товарищ, я вахты не в силах стоять, сказал кочегар кочегару. Огни в моей топке совсем не горят, в котлах не сдержать больше пару. Товарищ ушел, он лопату схватил, собравший последние силы. Движением привычным он печь отворил, и пламя его озарило. Закончив бросать, он напился воды, в
воды опресненной нечистой. С лица его падал пот, сажи следы, заслышал он речь машиниста. Напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут, она зарыдает. А волны бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает. А волны бегут от винта за кормой, и след их вдали. Войдите. И что с нами будет? С вашим мужем ничего особенного. Пожурят его. Ну, попал под дурное влияние. Я пришел из уважения к вам, чтобы вы понимали. Ситуация, конечно, сложная, но вполне разрешимая. Спасибо. Ну, пойду. Передайте вашему мужу, пусть зайдет ко мне завтра, прямо с утра. Алло. Да, Елизавета Никитична. А Миша дома? Нет, ушел. Настоящий офицер. Человек чести, совести. Жену с дочкой жалко. Жаль, конечно. Надо хорошо помянуть командира. Поменем. Спасибо. Ой, все. Не могу. Все. Ой, мама. Прими лекарство. Мишка, что ж ты наделал? А тот подонок, что жизнь нашу сломал, выпустили его. Выпустили? Выпустили. Нашлись покровители.
ко мне, товарищ? К тебе, скотина. С горячим приветом. Валентина! Вызывай милицию! Убивают! Убивают! Ты на кого суд вносишь, а? Куда, куда пошел, а? Назад! Тумба! Тумба, Шерхан! Молодец! Ап! Ап! Ауф! Ауф! Шерхан! Шерхан, ап! Ай, молодец! Молодец, Шерхан! Хорошо! Вот так, место! Место! Куда? Шерхан, назад! Назад! Тумба! Бой! Он готов! Костя, не бубни, он не готов! Хорошо! Шерхан, ап! Тумба, Шерхан! Тумба! Молодец! Ой, давай поменяемся. Что-то мне размяться охота, а? Костя, расслабься, я полон сил. Ну, чего капризничаешь? Красивый, здоровый тигр. Ай, не нравится, не нравится нам. Вот молодец. А, Шерхан, нет! Костя! Вода! Держи его! Боря, Боря, держись, Боря, Боря, Боря! Костя, я на 5 минут опоздала. Так, дайте я гляну, быстренько. Что? У нас глубокая рана. Терпи, терпи. Молчите. Я думал, что больше никогда вас не увижу. Молчите. Большая потеря крови. Как хорошо. Все будет хорошо. Хорошо. Что вы пришли? Так, понесли, живо. Прощайте. Я тут. Прощайте. Маргарита. Аккуратней. Прощайте. Я Вера. Ах!